Ну вот так, вытряхивает картошечка вся сверху. Особо тут разгребай. Если разгребаешь что-то, то чисто уже в рыхлой почве. Картошечка, ну, как на этот год, неплохая. У многих просто вообще никак вообще. Вот. Я уже многих копал. Это сорт Пикассо. Она более урожайная, она специфическая такая, розовая с белым. Ну и другие сорта неплохо. Как для этого года это неплохо. Вот. Это не вся, чуть-чуть еще выгребается больше, но все равно в основном вся сверху. Вот так вот копаем. Так. Еще покажу. Вот это через рядок вытряхнуто. Издалека может кажется мелочь, но не мелочь. Нормальная картоха. Вот. В основном крупная. Вот. Но нет, прям гигантской много. Вот. Хоть попадается, да. И нет. Нет, много совсем уже горошек, да. Вот. В основном товарные, вот так как я люблю. Вот это еще, конечно, раз чуть-чуть разгребаешь, когда вынимаешь. Ну и так вот. Так, докопано. Уже вторые рядки. Это мои помощники. Жена, дочь. Это главный механик. Так. Вот тоже такая картошечка. Тоже норм. Норм, я считаю, для этого года. Но вот так оно копает. С резиновыми колесами стало мягче. Бывает, вдавливает, когда идешь, и вдруг вдавливает вот так вниз. Вот. Ничего, оно бук амортизирует. На руки тоже меньше вибрации, не так трясет. Вот. Если поднимается, то тоже не так часто зависает в воздухе, потому что они просто больше. Их больше взял, их поставил выше, и, соответственно, вот. Те были гораздо меньше, и уже не было куда их опускать. Уже профиль заканчивался здесь. Вот. Здесь и выше, и в то же время не так трясет. И нормально. Короче, ощущается разница. Ну, думаю, я их потом отрежу, поставлю все-таки. Уже смотрю, какого-то сильного люфта нет. Вот, особенно левые. Здесь подрежу на одну гайку меньше и поставлю уже. Сейчас они примерно 65 сантиметров, так же, как и колеса мотоблока. Но можно было бы чуть-чуть уже сделать. Хотя колеса где-то, наверное, чуть меньше у меня сейчас, 60. Вот, сделать где-то на 60. Вполне можно. Там 3 сантиметра, там 4 добавить, и уже будет хорошо. И вот так вот и все. В общем, так в этом году копаем. Доделанная картофелекопалка, расширенная, меньше зацепок стало в ней. Ну, короче, намного теперь легче. И с резиновыми колесами в том числе. Кому интересно, что именно я переделывал, так, значит, я скину ссылочку на видео про переделку. Смотрите внизу под видео в описании. А так все. Всем пока. Всем хороших урожаев. Так, уже вечер. Все собрал. Свез. Вот такой у нас прицепчик. Немножко не знаю, как видно в темноте. Вот таких. Здесь сколько? 9 мешков. Ну, если брать так полных мешков, таких хороших, то 8. Еще таких 2 прицепа было в этом году. Ну, нормально. У нас семья. Я, жена, 2 ребенка. И еще мать моя, которой я делюсь. Вот, так что всем будет достаточно, я думаю. Вот так.